Валерий Меладзе, который публично ответил героям слава, думаю, вы помните, а потом побоялся это сказать, когда к нему подошли украинский журналист Михаил Ткач. Почему он побоялся это сказать? Потому что трус. То есть он сейчас не поддерживает Украину? Вы знаете, я не исключаю, Кирилл, что он в душе и поддерживает Украину. И я уверен, что он всегда поддерживал Грузию. Но когда русские сапоги топтали территорию его страны, Грузии, в которой он родился и вырос, даже писк мышиный не вышел из его уст в поддержку своей родины. Поэтому, конечно, он трус. Без позиции, вот такое что-то. Вы с Фейсом говорили, который публично поддерживал. Фейс умница, да. Фейс поддержал его. Фейс стояковый парень. Угу. Но вы с ним знакомы, вот когда он в Киеве, да, был? Он специально вместе со своей подругой Марианой Ро приехал ко мне на интервью в Киев, да, до войны еще. Молодец. Он пацан. Вы... Марьяна пацанка. Пацанка? Она молодец тоже. Бывший парень Марьяны Ро, Ивангай, вы его знаете? Заочно, я с ним не знаком. Заочно. Вот. Он как-то на стриме, кто-то у него спросил, и он сказал, что отказался дать вам интервью. Мы с вами тоже об этом говорили. Да, это правда. Да, я тот самый тип, кто отказался дать Гордону интервью. Да. А почему? Вы понимаете, у людей, которые отказываются от интервью, есть разные причины, и я с уважением отношусь к любой из них. Не применительно к Ивангаю. Это может быть опасение сказать что-то лишнее. Нежелание в такой тяжелый период времени вообще высовываться и говорить. Страх. Желание пропетлять, может быть. Меня как бы нет. Потом. Посмотрим, как оно будет. Потом. Сейчас не надо. Может быть, какое-то неприязненное отношение ко мне, может быть. Опять-таки, без привязки к Ивангаю, у нас с ним заочно очень хорошие отношения. Mm-hmm. Может быть, что еще может быть? Принципиальное нежелание вообще высовываться. Вот есть люди, которые наотрез не хотят давать интервью никому вообще. Вот есть такие люди, которые не дают интервью, просто не дают. Вот вы, например, не найдете ни одного интервью с Софией Михайловной Ротару. Да? Не найдете. Она их не дает. Вы пробовали с ней? Ну, конечно. У меня с ней очень теплые отношения. Но она вообще не дает интервью. Вообще. Вы не найдете ни одного интервью. Точно так же, как не давал интервью Виктор Цой, например. Мне чудом удалось у него взять интервью за месяц, наверное, или два до его... Нет. Это был апрель, а он погиб в августе. Апрель, это было начало апрель, май, июнь, июль, август, ну за 5 месяцев до его гибели. Кобзон, вы, кстати, с ним тоже в хороших были отношениях? Я с ним дружил. До 14 года? Да? Или после тоже? После 14 года у вас тоже были с ним? До 14 года мы с ним встречались очень часто. Угу. После 14 года мы встретились с ним, он умер в 18 году, мы встретились с ним 3 раза всего. На Кипре, на турецком Кипре, потом в Ереване и потом в Тель-Авиве. Угу. Да. Он не поддержал Украину, насколько я знаю. У него была он не просто не поддержал Украину, он осудил Украину. Он депутат был, да? От Единой России? Да, он был депутат Госдумы. Он, дело, да, депутат, это все ерунда. Он был фигурой, грандиозной фигурой. Он был очень интересным человеком. И он был хорошим человеком. Это не модно, то, что я говорю, но я всегда чихал на моду. Я говорю то, что я думаю. Он был очень хорошим человеком. Мы с ним много лет дружили. Но по отношению к Украине он повел себя ужасно. Украина его родина, он родился в Часовьяре Донецкой области. Украина его выпистывала, дала ему дорогу в жизнь. И он блестяще говорил по-украински. Кстати, перед смертью он бредил по-украински.
Он пел украинские песни, он любил Украину. И он так после 2014 года так выступил против Украины, против Майдана, против поддержал аннексию Крыма, поддержал захват Донбасса. Всячески ездил в ДНР эту сраную, к этому Захарченко, пел там. Это ужасно было. И я с ним жутко спорил по этому поводу, жутко, до криков доходило. Но вы знаете, я пытаюсь его оправдать. И я вам скажу, что он 11 лет боролся с раком. У него было много химии. Он находился постоянно под воздействием лекарств. У меня есть ощущение, что он просто уже не понимал, что происходит. То есть он был в непонятке такой? Вы знаете, вот эта ручка, видите? Да. У вас нет сомнений, что это ручка? Нет. Вот когда я ему говорил, что это ручка, он мне говорил, нет, это карандаш. Я ему говорил очевидные вещи. Ну, вы знаете, он мне говорит, 14-й год, я помню, Майдан. И он мне говорит, почему ты поддерживаешь Майдан? Я говорю, потому что это моя позиция, я вышел на Майдан в первый же вечер. У меня есть фотография, мы с женой, в первый же вечер Майдана уже там. Это моя позиция. Я не любил Януковича, я не любил все, что связано с выбором России. Я не любил Россию всегда. Всегда не любил. Даже в 2004 году, это есть в Ютубе, когда Янукович пытался выиграть у Ющенко, я уже призвал всех голосовать за Ющенко, и я сказал, я не хочу в Россию. Это в Ютубе, это выступление яркое на 5 канале. Я не хочу в Россию, я хочу в Европу. 2004 год. И Иосиф Давыдович мне говорит, ты знаешь, как свирепствовали бандеровцы на Донбассе после войны? Я говорю, Иосиф Давыдович, откуда на Донбассе после войны были бандеровцы? И он мне говорит, не, ну я-то знаю, но ты же не знаешь этого, я ж там жил, говорит, там были бандеровцы. Но я понял, что он находится в не совсем адекватном состоянии. Какие бандеровцы на Донбассе? Откуда? И вы продолжали с ним после этого общаться? Вы знаете, это... Я вам объясню это. Очень много семей было вот тогда, да, где жена за Майдан, например, а муж против. Очень много семей, я знаю такие семьи. Что им разводиться, что им делать? Они для себя выбирали, или они расходятся на почве политических противоречий, или они не говорят о политике. Мы с ним ссорились, и в конце концов мы договорились. Мы о политике не говорим больше. Но общения были крайне редкие. И все сдерживали свое слово? Ну да, мы не говорили о политике. Это было бессмысленно. Он не понимал ситуацию вообще. Он не хотел ее понимать. Угу. Обида не было у вас на него? Или у него? Я понимал, что он болен. Ну, обида какая может быть на больного человека? Ну, нет. У него на меня... Не знаю. Последний вопрос, если можно. Вам все можно. Спасибо. Про молодых журналистов. Что бы вы им посоветовали? Вот если бы... С чего начать? Даже так. Сначала. Спасибо. Вы с чего начали? С того, что создал YouTube канал. Так, дальше что вы делали? Первое видео мое было. С кем интервью? Сначала маленький ролик юмористический с кошкой. Прекрасно. То есть вы взяли интервью у кошки? Да. Прекрасно. Хорошее начало. Так. Потом еще с одним там мэром. То есть вы как в старом советском фильме тренировались на кошечках сначала? Да, да. Как целоваться, да, на помидорах? Да, да, да. О, вы уже серьезный человек. Вот. Потом уже пригласила людей, там мне помогли с первым интервью. Вот, то есть так начало. Что вами двигало? Зачем вы это делали? Желание. Зачем? Да было
увлеченность этим. Первый совет молодым журналистам. Должно быть желание. Так. Второй совет. Должна быть увлеченность. Так. Видите, вы мне помогаете сейчас. Дальше что еще? Почему вы вот в Киев едете? Вы же не спите. Вы тратитесь на дорогу. Вы 4 часа стоите вообще, да? В Днепре, да. В Днепре. Вы не доедаете, правильно я говорю? Ну да, в поезде. Ну не доедаете. Вы испытываете дискомфорт, связанный с дорогой. Вы тратите деньги, в конце концов. Вот зачем вы это делаете? Потому что иду к своей цели. Молодец. Молодым журналистам надо идти к своей цели, если они хотят работать в журналистике. Я все это проходил. Я без денег забирался на третью полку поезда и ехал за своими героями. Да. Я ехал по всему свету, за свой счет, на самолетах, без сна, без отдыха. Я делал по 7 интервью в день иногда. Ничего себе. Ну, потому что я что? Я хотел, я шел к своей цели, и меня это занимало. Я горел этим, я жил этим, и живу, и горю по-прежнему. Я счастлив. Это жизнь счастливая. Вот вы кайфуете сейчас, правда? Я вам скажу больше. Когда вы выйдете отсюда и будете ехать в поезде обратно, вы будете вспоминать все и кайфовать еще больше. Спасибо вам большое. Я желаю вам кайфа ежеминутного, ежесекундного. И всем, кто захочет стать журналистом, желаю того же.